Короче, я предлагаю с севера. Я тут уже кто-то заходил когда-то. Учтите, Привет, что у Крам. них здесь это. У них одно отделение может погулять выйти. Я Опять помню, на да. миссии, где чуваки на. Окей. Вопрос, ну сколько техники А может есть? быть лучше с ВПП зайдем? Да, тоже неплохо. Там много открытого места. Флэр, ты Зайти с на сушке РПГ-хи или выстрелить. на спейн? Так вот. Там Командир просто отделения. вдоль посадочки можно пройти, она относительно низине относительно этого Косностава. Нарисуй. Ага. Вот, а потом здесь разделиться можно будет. Часть идет через коровники к дороге, а часть зайдет вдоль дороги, которая уходит на этот мост. Вангу ну, да, будет один снайпер на Черной горе. Чёрная гора. Ой, я чуть не запел песню. А как-то снайперов еще можно куда-нибудь на черную или на острый? Я думаю, что на горе можно будет, кто-то будет из СПН, их нема. Кто-то будет там их сидеть, легко. 100%. На клёне не 100%, а вот на горе, черный, 100%. Дальность прорисовки 1200 метров, то поэтому сильно не поснайперить. А, ну зашибись, я СВД взял. Так отдай. Ну, нормально, 600 метров нормально. А, 600 метров это... 1200. 600 метров это да. Так. Тогда нормально можно будет. Нормально. Пипец мало. Так, сколько у нас отделений вообще? Средний выстрел там метров 400-500 СВД. Это даже меньше. Я 100 метров стрелял. Ну, стрелял, а средний выстрел. Одна пехотная, два СПН, что ли? Или что это вообще? А давайте шилку на лучшую загоним, да просто сравним просто стоп. Не увидишь. Че, ну шилка есть? Наводку, да. Наводку. Пацанская шилка. Так-то да, там можно эти... Так можно ее на гору загнать и внутри ее сравнить. Нет, сносить. Не позволит даже примерно увидеть гору. Ну, наводить же так, будет. Да, люди скажут выше. Мы ж не инвалиды какие. Если вы еще выживете до следующего из захода. Гонза, у нас какое отделение? А, Б. Браво. Если была еще Тунгуска, то вообще можно было только... Я думал, Лещука или Тунгуска. Вообще, короче, вот РК до БМ какой-нибудь. Была бы сушка, вообще бы зашибись было бы. БМП терминатор. И ядерное оружие. Так, ну осталось тогда определить, какое отделение с какой стороны идет, и все. Кто с какой стороны идет? С рации по дефолту. Сраться по дефолту. Чичкере. Ичкере. Чичкере. У нас, кстати, оптики нет нормальной, кроме меня. Я вот написал, альфа браво идет по меткам видно, короче, А, Б и С, Чарли. Сейчас весь план все будут видеть. Ну, когда бы тут пулемет? Да, мы пойдем оттуда, только мы с востока заедем. Окей. Да, господи, какой... как вам угодно было. Что-то сюда едет, да? Просто мы вместе, я Альфа и Браво, видимо, на одной машине поедем, на одном Урале, все. Чтобы не мучиться. А там... У нас же там всего два Урала. Два Урала, БТР. Командир, ссылка туда идет? Я маршрут БТР просто тоже? В канале группы начертил, это там без рук сяду. А БТР с какого, с востока пойдут тоже, или... Да вообще все, наверное, с востока пойдут, разойдутся просто на ВПП отделение Чарли. Конечно. Вдоль леса зайти. Погодите, у них есть СПН, ты можешь выходить, да? А вот они вы... сейчас выйдут куда-нибудь на Черную гору, или вообще в Гвоздино. Нет, и... Я хочу знать, у них есть типа они техника у этого СПН или типа того? Есть, да. Вроде. Они могут вообще уехать, но встречать куда-нибудь. Да. 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 Типа дублировки. Ну окей. Ну вряд ли они Сабрифинг. В Березино поедут или в Хельм. Я могу спокойно в Дубровку поехать. В прошлый раз отсылали в Гвоздино. Там Грозного? А мы в Дубровку не поедем, зачем в Дубровку? Гвоздино. Какая Дубровка? Да, Спитер сказал, что в Дубровку. Да и в Дубровку отправляли, они в Гвоздино уехали. Боже мой, один сброс породил столько рандома. Так куда едем? Нет, я понял, как едем. Да ты пешком бежишь вообще. Не, у меня шилка. По прямой. Так за шилкой. Только у меня водителя ФКшут. Через Березино, погрузишь. Потом дорога проселочная около Хельма, восточная, и на ЛЗ. Не, ну а что, если шилка будет на Ольше стоять, там водила-то и не нужен, собственно.
Да, я доставляю вопрос на респе и все. Так и да. И, кстати, можно еще и прошерстить подходы к этой зеленке. К самому Красноставу, я имею в виду. Чтобы там точно могли пройти наши. Это же классно. Слушай, до Красностава больше, чем 1200. Так, кавышки надо что? Или у нас одна 1200 — это диаметр, радиус 600. Кстати говоря, по-моему, Красностав виден хорошо из небольшого горка за ангарами. Сейчас поставлю метод. Меня же наводить будут? Метка Шила. По-моему, оттуда видно, по крайней мере, восточную часть Красностава. Блин, близковато. Так ты отработаешь там, не знаю, патронов 300 и уедешь потом на Ольшин. Че, близковато, они из триггера не могут выйти. СПН, ну, СПН. Да. Кто-то же может выйти. Им же время нужно будет, чтобы тебя найти и направиться к тебе. Ну тогда надо будет дома проверить, если... Какие дома? Для альфы написал КВ и ДВшку сделал. Если эти дома проверить, остальные то нормально будет, можно выезжать спокойно. Дайте для Чарли. Кто-нибудь путь нарисует, нет? Да ты держись за Уралом, который едет. Окей. Чарли, бесколодная фабрика. Так сколько едет, да. Уралом? Бонзай, чем и куда? Мы с востока. Куда-нибудь. Все с востока. Просто отделение Чарли, оно через ВПП зайдет, там сделает круг небольшой, чтобы удобно было. Чтоб не забудили, сейчас вам нарисую. Я уже нарисовал. Ну ты пропалом. Вход на это место не нарисовал. Они сейчас прямо вот с места высадки по прямой пойдут, под справа по ним будут стрелять. Они дойдут до метки, потом повернут и пойдут в атаку. Нет, я в этот в групповой канал уже для Чарли начертил нашу. А, нарисовал все хорошо. Да, я не понял. А ты Чарли? Ты же мне туда поставил. А, понятно. Я не смотрю, куда ставил. Я просто поставил. Тут здесь полежит. О, один ХМБ. Прям вот в месте для засады идеальным, просто на идеальнейшем. Ну да, засады мы там высаживаемся, все же. Что там гранатами всех закидали просто и все. Угу. И все. Ну то и расчет. Там, кстати, еще это мирные жители будут. И чего? По ним отрабатывают. Я на шилке, мне плевать. Не будет никаких мирных жителей. Написано будет. Это место. Но в прошлый раз не было. Сейчас, мы готовы. Были, просто все, их просто убивали, понимаешь? Спит, были. Мирные жители. Мы приезжали мимо них. Жертвы среди мирных жителей не живут. Кто будет нежелательный? Не слово нежелательный, знаешь, что срало на них? Ха-ха-ха, нежелательный. Нежелательный мирный житель. Да. Угу. Возле Хельма меня высадите, пожалуйста. Пусть убегает. Есть история, да? Нет, зачем, да. Зачем ты нужен в 2 километрах от атаки? Просто. Вот играл, играл бы ты в ВТН, тебя бы подгонял невидимый снайпер скриптовый, который стреляет по всем, кто дальше от своего отделения на километр. А куда, куда тут пулеметчику лучше залезть, чтобы издалека пил-пил-пил-пил-пил-пил? Под любой елкой. Ня. Лучше ня. Всего на эту, на гору. Ах, шилка. Тут есть лутация где? О, лут. Чарли, садитесь в Урал, я... Лутация, остановите свою эрекцию. Энурекцию? Остановите, дайте мне бинт. Я хочу бинта. Я буду мазать свои раны. Вмазывайся. Господи, присосал. Ой, граната. Шмель? Ой, лол. Зачем, интересно, этот? Тут интересно, о, гранатка под себя кину на базе. Короче, какой? Чарли, последний урал, блядь. Опа, ёво, вычету оружие. Кто стреляет, не стреляй. Чарли, последний урал. Сейчас уезжаю уже, Чарли.
Стой, не уезжай, куда подумайся. Да, подумайся. Да, куда-то вдаль. Грузимся, грузимся. Грузимся, ё-моё. Смешной чудак. Нет. Мне нужно положить... Так, прием. Поросятки возле ящиков, грузимся. Да, грузимся. Прям как слышно? 1-1-Б, как слышно? Поросятки. Так, кто сидит со мной на переднем? 1-1-Б, куда? В кабине, кто сидит? Да, в любой, блин, в последний грузитесь. Можешь, в последний. Можешь меня по карте наводить, контролировать, куда я еду? То я не все повороты запомнил. Места еще до хрена. Уже почти нет. Окей. Спасибо. Еще одно. Перестаем, что ли, да? Альфа, все? С нами? Почему я? Ну, окей, поехали. Да, раз никто не отвечает, что не с нами. А кто вышел? Алло? Сейчас. Кстати, слушайте, а вот возле скриптом же заправляется, Паша. Кто заправляется? Скриптом же заправляется машинки. Бензин? Бензин, да, на заправке встроен, в карте самой есть. В миссии. Не в миссии, а в самой армии. У меня тут есть человек, да? И его нужно заправить внутрь. Ну, бензин, да, бензин. Ух ты. У вас никогда не было такой ситуации, когда люди садятся в технику и скрипт срабатывает? Да нет, все работало. У нас на логе постоянно эта херня. Да лаги, помню, лаги. Было такое. По всей видимости, когда человек садится в технику, она перестает быть локальной для сервера. И сервер почему там не может ее... Там хорьки, не взлетали у нас, и много чего было. Да. На меня еще помню тогда, громче всех там это... гундели. Так, ну и чё? Чё ждём? Лето ждём? Так нету бензина, я тебе как поеду. Поехали? Поехали, бензина нету, говорят. А, бензина? Канистры проверьте, заправим сейчас. Точно. Тащите бензин! Есть канистры грузовым? Да, выгрузил. Только не заправляй, а то сейчас опять же это того. А чё тогда? Я её выгрузил. Погрузить, что ли? Ладно, погружаю. Не за водичкой-то, иду, короче, не решить. Я погружаю, ничего не делаю. Там ещё одна принёс, и мне не нужна. Главное, не запалите её. Кстати, выйду я на всякий случай, вдруг изменится. Смотрите, какая-то. Человек не хочет... Человек АФКшит, я не могу засунуть прямо на шилку, что делать? Какую шилку? Шилка, вон стоит шилка, и там рядом с ней сидит бот. Нужно засунуть его туда. Да. Подойти к нему, экшен меню. Не хочет. Я хотел сдвинуться, посмотреть, может задницей подъехать, но он все не хочет. Садится. Все побежали. Он очнулся! Ты очнулся! Нет? Это все я. Он очнулся, где он? Сел. Внутри. Что внутри? Крип дамаджен, когда скажешь. Я сейчас выстрелю, знаете, я сейчас выстрелю. Нет, где он? Ладно, страны. Полегчало? Не держание пуль. Стрелочный нельзя, но от меня, кстати, если что... Осталось, чтобы туда противник пришел. Мне лучше подальше держаться, у меня 12 лент для пулемета, поэтому я, скорее всего, первым подохну. Ты без перерыва сразу начинай поливать. Блин, а где у меня человек был? Запасные стволы выкинь, я тебе не помогу. Челки никого нету, командир свердлок съел щитки. Тебе, Хим, он, кстати, лучше на острове заходить, там и елок полно, и видно весь их настав. 5 секунд. Ладно, блин, ну чё за наркоман, нахрен им ящик с медициной? Все внутрь. А может не 5? Нет, 5. А вот Гонза, ты видел? Поехали! А чисто по-синему, да, Гермайка? Да. Бортуют. Плевать. Я тоже плевал, но один раз улетел. Заправка будет нам по дороге. А приборная панель вроде в армии адекватно показывают. Так, я жду, чтобы меня это направляли по маршруту. Заправка. Зачем она нужна, заправка? Она же не нужна, но мы туда проехали. Право, то есть держи, не поворачивая на перекрестке, просто нет, вниз едь. Я
Километр на 2 помню дорогу, а вот дальше уже забрал. Ну, Березину доедем, сейчас упрешься в Березину, там до перекресток основных дорог. То есть у тебя стенка будет, дом перед лицом, повернешь налево. Так, держи дороги эти, никуда не сворачивай. Чувствую, сейчас будет шикарно с шилкой. Если она не сгорит, конечно. Главное, что она не сгорит. Ха-ха-ха, запал. Не сгорит. С грибами. Езжай, пока не умрешь. Как умрешь, и так отъедешь. Выезд из установках можно дальность понизить. Чарли же у нас на 131 или все наркоманы на дороге себе? Ну, там же жарится на частоты написано. Написано, потому что все молчат. Че, вообще альфа есть? Лево, 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 лево. Краб, у тебя лево, право. Понял, понял, понял. Сено, солома. А меня слышно вообще? Что-то я это, команду мне слышал? Да, 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 да. Командный голос, что? Нет, тебя я не слышу, Лава. Так, Альфа, отзовитесь в рацию. Есть мы. Окей, окей. Ну что-то все в прямой речи говорят. Мы культурные стали. Да не в Яко. Да, да, да. Короче, едем-едем. По левой стороне церквушка будет. Видна. После нее поворот налево опять. А, да. А кто у нас опять синий? Что-что? Да у нас кто-то с синей белой мордой. А, ну это кто-то пересмотрел шустрело. Так опять шанс. Шанс на славление пулей. Да, в первую очередь. Вон церковь по левой борту. Следующий поворот право. На повороте. Так, Паш, ты сам из какого отделения? Тебя где усаживают? Альфа, поедешь с нами? Альфа, я с вами. Здесь поворачиваем или что? Да, да, да. Альфа где высаживается? Альфа, она... Кто вышел, блин? А он там кто вышел, выйти хотел, он сказал, выпустите меня. Трус. Байску, а он сейчас там это, зарядит сзади ракетой. Так, репит, мы с Альфой, а так, и мы идем с Браво. Ну, да, с того же так, направления. Сейчас я сам с картой, же, да. С картой сейчас сам ознакомлюсь. Ага. Да мы так полчаса же, да, хватит тебе? Да. Тут одна дорога, ё-моё. Нет, я просто дорога для себя смерть поставил. Ничего. Слэр, почему у тебя... Почему у тебя только один человек сидит в кузове? Вижу БТР и от него воняет. Да, в кабине с ним ехать опасно. Дескать, на этой дороге все время забываю сделать миссию с конвоем.
Так где-то здесь я тут поворот себе поставил на север через лес на ВПП. Мы вот сейчас на зеленый 1-1-Е шилку в направлении проехали. А, ну вот там, там же у меня поворот тоже в канале группы стоит, сейчас повернем. А флайер не с нами? Не. А у тебя компас работает? Да. Слушай, как неудобно, вот я на Воке, короче, перебалансил всю колесную технику по бездорожью. У меня грузовики 30 километров не ездят, теперь 60. Так здорово. А здесь пиздец, плетемся. Стырим. Да типа мы бесшумно, да, так подкрадываемся? Да не слышно. Сейчас особенно шилка начнет стрелять, вообще ничего не слышно. Если она начнет. Если она доедет. А чё, они же из зоны не могут выходить. Я про то, что не забудет. А. Нет. Чё, один отряд у них может. Я не про отряд, это я знаю. Я же про... Ты на Ольшу. Сначала на Ольшу уезжай. Меня везете. Да, знали бы они, куда они везут все. Когда выходить будем, делайте выпрыгнуть, а не выйти. Тогда либо вообще не будет звука хлопания дверями, либо он будет тише. А я, кстати, тише звук делал в конфигах. Ага. Хитренький какой. Слышно за 2 километра. Ну да, но сейчас если будем сейчас хлопать, нас сразу поймут. В гулях каких-то просто дверь. Холодильником хлопаю. Вот так Урал же. Ты что думаешь, тут? Ну не знаю, ну самоподсасывающаяся дверь, что ли? Конечно. Да. Все класс. Алло, меня слышно? Да. Шепот. Наш лучший друг. Если что, мы тут на шоп не катаемся, вас будем слушать. Так, Браво здесь же тоже на ЭТКВ. На карте нет. Или нет? Так, Чарли, в общем, давайте, я возьму 240. Браво тут есть где-нибудь? Ау, Браво есть? Так, понятно, Браво, Браво нет, нет, осталось только... А. ДВ тоже молчат. Сейчас. Браво, прием. Флайер, а, это флайер, Все, их здесь нет, не ждем. Пошли. Идем, короче, все, с Чарли там разветвление идем. Делаем. Вот он, этот лист. Елочки эти на 260. И влево вниз. Прикрываясь елочками. На 210 за домами, там уже кто-то бежал за дорогой. Шилка наша на позиции, не? Да вроде да, она говорит, слушал у нас. Окей, может что закажем? Нет. Ну, хотелось бы. Не, патрон не порезан, не? Нет. Отлично.
Короче, вдоль дороги вниз давай спускаться, не идти за право, за Чарли, а мы вдоль. Это на 220, 210. Где там? Там у нас впереди где-то браво должно быть, наше потерявшееся. Не подстрелите. Может, действительно обстрел какой-нибудь закажем на Шилке? Ну, давай. Кто у нас координатор есть? И Шилка на связи есть, нет? А я не знаю, есть связь? У меня есть ДВ, ДВ есть. На связи она. Ну, пока мы не зашли, мы можем корректировать, просить огня и показывать ее. Скраб... В лесу наверняк кто-то будет. Скрабом связь есть? Это кто? На ДВ. Краб на связи, прием. Кто вроде тут ответил? Это кто там свои, да? Свои, свои. Я к тому, что может быть пока, чтобы они заходили, мы Шилкой давили. А кто бежит? Ну, свои походу. Что-то плохо совсем. Сейчас уже Шилка работает, туда опасно. У нас один еще вот тут пришел. Где-то за нами. В каске. Ну и что будем делать? Сидеть ждать Шилку или... А, мои бы... Кто они? Мы мои бы за кого воюем? Мы против этих наповцев. Нап... Это бомжи кто-то? Да, бомжи зеленые. Окей, тут говорят гражданских, что-то, ладно. А Шилка что-нибудь родит вообще? А, Шилка заезжает. Сейчас на метку. Понял. Что-то долго. У нее скорость 20. Там, где находимся? Пусть Шилка меня случайно не прибьет. Ну, мы сможем, делаем, что сможем. Прибьет. О, вижу наповца. Здрасте. Посмотрим. Желтый дом, короче, враг. Желтый дом, сейчас отмечу. Репит дал метку, где я и где мы. Дал метку. Че вы сейчас там делаете? Пошли, репит, ближе подходить. Я пошел на 240. Ну там же наш пробежал. Да. Здесь дома закрывают еще нормально. Не очень сильно. Нормально. Так, где-то слева нас ворон должен быть. Репит, Шилка по нам работает. Работаете, скорректируйтесь. Давай за дом спрячемся. За дом прячемся. Левее, выше бей, левее, выше. Ну сейчас просто какие-то окопики обстрелял, в которых никого не будет. Там слева еще один желтый дом с окнами. Ну там покрепче.
А, то есть не попадали? Кого там? Чувствую, вас Доника сейчас припекет. Сейчас еще наших поужин. Да там наших не должно. Взорвали. Это мы что взорвали? Это и шумка что-то взорвала. А. Грузовик. Ворон живой? Да, я. Наш, это наш, да, на 220 у забора выходит? Не знаю. Похоже, что наш туда. Флайер, да, там, скорее всего, браво. Они это. Как выглядят? Они напа, ну, бомжи такие, камуфляжная хрень. С капюшон. А. Райвер мёртв. Вот уже убили. А, это там ворон, походу. Нравится. Боевика одного убили, да? Ой. Наши бьют. Да, да. Да, это. Че, у вас подразумевается? Ну, я не знаю, сколько закончил или. Шелка еще стреляет. Нет. Просто если она еще стреляет, стрёмно заходить туда. Да. А по нам ответка идет, по-моему. А нет. Вы меня можете наводить? Вы меня, видите вы? Я могу тебя на желтый дом входябельный навести и на двухэтажный дом. А, там на Ленина. Не знаю. Ну за ними, оттуда ПКМ бьет. За желтого дома. Спитер. Влево. Влево сильно. Где-нибудь на 250. А Ворон, ты там? Зашел в город? Да, я его убил. А, ну все, хорошо. Туда входить будем, чего уж тут столпиться. Я у желтого дома есть. Ху, понял, все, туда начни работать. Бегу к тебе. Так, а мы же кого-то убили, кстати, кто был? Ну, полевой командир один. Нам всех убить надо вообще. Ну ладно. Мы зачищаем город. Где остальные? Наши есть на начальных домах или нет? Вижу. Есть.
нет, стоит вообще, он жал туда. Да, он метку на себе. Так, ну у желтого дома не а, есть, я понял, я понял, но там стрелять не буду лучше. Могут за вас покидать, надо за вас покидать снаряды. Все, сможешь это сделать. Там у нас вперед кто-то убежал за нас. Можешь вглубь города накидать еще, совсем вглубь. Окей, я город не вижу, желтый дом чист. Крепится. Знакомое место. Да, да. Репит там на углу, на углу, на углу. Прям сразу здесь. Вот смотреть на где-то на 11 часов примерно. На перекрестке. Нет, не сдох, он живой еще раненый. Как понял, репит. Лечу его. Репит, как понял меня, слышал? По нам долбят где-то с севера, что ли, перед нами. Компас не могу включить, меня обстреливают. На северо-западе от нашей метки. Паш, говоришь там. Говорю, на 11 часов сразу на выходе пехота. Давай, отползай. Эти на 11 часов сразу на выходе. Гранату. Жди, сейчас. Прикона? Ё-моё! Он выбежал на гранату прям, он на гранату выбежал, ёп! Он в кустах. Прикрой! Понял. Так может вылезти? Здесь может вылезти, Паша. Да-да. Вижусь. Достреливают. Перевязывают. Я пока поработаю тут. А я без сознанки. Зверюга. Петка. Слушай, ну я тебе адреналин вколол. У меня, скорее всего, кровотечение. У меня пакет есть, я не могу тебя перевязать. А, понятно. Оп, ДПК. Все, сейчас приду. Колюсь. Доходит, Паш. Кто-то говорит, ребят, тут. По-моему.
Понял. Ой, я успел шилки выбрать. Ага. Сгорела шилка? Да, сгорела. Тартур. Медицины нету. Диплом. Ожидаю, где-нибудь заныкаю, сейчас приду. Метку на себя пока сделаю. Это вы в лесу выгорите, да? Да, да, да. Метку на себя примерно дал. Мне просто через поле бежать. Что здесь стонет бабским голосом, я не могу понять. Да-да-да. Что за херня вообще? Подожди. А вы, знаешь, херня это другое. Я тебе две пули в лицо выпустил, и ты живой. Я был удивлен, поэтому я их не заметил. Я бабу ищу. Какие замечательные звуки. Где-то рядом, либо, короче... Всё тут... За стенкой там. Надо этого Каркарыча включить. СВД своя? Это, наверное, хьюм. Так, вижу кусочек от Браво. Каркарь, сейчас к тебе попробую пробежать. В дом зашел. Да, я понял. Камбару, который белый и деревянный. Каркарыч. А в этом не слышишь, да, на рации-то? Выйди наш. На КВ наш выйди. Угу. Я пойду как раньше. А, где ты? Прием. Ты где? Ползу, ползу. А ты там уже прибежал? Бегу. Ты к вакам амбара, которые двойные, да, деревянные. Да, да. Понял. Сейчас бегу туда, почищу. Смотри, он прям по полю бежит. Да это я бегу. Не-не-не, это какой-то... Это ЧТКЗшник с трубой. Да иди нафиг.
Это он стреляет? Это ты бьешь, как раз? Миссия ранения и боли. Блин. Иванчик. Да. Почти. Наверное, сердце становилось. Махно. Я сегодня, наверное, самое большое количество раз терял сознание и был вылечен и опять ранен. И своих еще стрелял. Да. Да, я в две пули в лицо прям выпустил, он остался жив. Пику разорвал. Арма спасла. То есть люди, которые могут ходить погулять, целое отделение выжило. Понятно. Еще баттер выпили, что ли? Ну да, по нему выстрелили. Там какие-то вон СПН бегает, так и бегает, он 5 человек. Какой-то работа на ШК сидел, кто нас сжёт? Да ФСБшник. Шилка не оправдала ожидания. Да блин, шилку сказали переехать, она и переехала в лес. Какая-то бесполезная шилка, что-то пострелял там, урался. По мне отрабатывал эту шилку, блин. Да я задрался на водитель этого балбеса. Говорю, правее, он тоже стреляет. Я стрелял правее. Надо, наверное, ввести скриптовый азимут. Хотя там у него свой азимут должен быть, или нет его там. Все, Александр. Нет, почему противники так похожи на нас? Почему эти бандиты? О, азарт, молодец, да почти. Не, я сразу увидел, что это враг. Прайс, смотри, Прайс штурмует с СВД. Да, азарта. С СВД? Ой-ой-ой-ой. Да. Лол. Прилипшая граната к стенке. Я бы закинул свой этаж и все. Он знает, как гранаты кидать, а Сдоник научил. Да. Он еще живой? Да. А, нет, еще не живой. А Сдоник живой? А Сдоник не. Или. А что он тихо? Убежал. Лол. Обманочка. Кто там на минах взрывается? Прайс до сих пор не понял, что случилось. Она его ищет. А Прайс штурмует. Азарт, молодец, обходит. Гонза какой-то. В рядом пули. Пали. Нет. Он еще смотрит такой. Не может понять, что это. Эх, блядь. Блицо. Ничего. Беги. Все. Арма. Все стерпит. Увидел Прайсу. Бедный, по нему все стреляют. Как он вообще увидел? Неизвестно. Технично вообще так обошел его. Я сейчас в кольцо смотри берет. Как кого гон заберут? Да, точнее там спам, потому что с востока наши движутся.
Но их расстреливают. Пытается он тоже обходить, бежит куда-то в лес. Пытается что-то знает. С ВХ играют. А у него домов нет, деревьев нет. Прям как спидер. А спидер-то что не так со спидером? Ну все так. Все ему. Азату хана. Да. Да. Перешагивает. Все, теперь живой. Убить. Пульку не перешагнул. Гонза не понимает, что сзади него противник. Да, Гонза палит на двери закрытой, он что-то понимает. Он может у него есть, всего. Он просто однозадачный, у него есть задача проверить этот домик, все. Он слышит, что внутри кто-то есть. Он услышал там это, кто-то стонет. Он может покойчик надо закинуть. Плохая идея, думаю. О, он видел его. Да, сейчас а будет кто-то. Вот это да! Свои, да? Аттракцион тупости был вполне не гонит. Опять фейл. Почему опять? Смотри, что сзади тебя творится, 50 метров, Гонза, чупучу. Там люди не отбраны садятся в технику, смотрят, пусты. Ты просто мимо пробегаешь и занимаешься каким-то своим там делом. Кабанчика, наверное. Хорошо, конечно, со спектатора горит, да, как чё? Ну, а кабанчика же. Ах, любимое дело же. А, было неплохие шансы. Чё-то прям за минуту вообще всех свалили. Да, если бы те люди, которые на восточной части очень долго сидели, продвигались бы вместо того, чтобы сидеть, может, что-то и выиграл бы. Там в какой-то момент всего 3 зеленых было в зоне. Причем, я так понял, понимали, где. Хорошая граната. Ой, очень. Доглядывался, Иванчик. А много наших осталось вообще? Ваши это кто? Ваши это, Питер, кто зеленый. Армяне, которые. У нас два парня, кто лежат в поле, понимаете, да? Нормальная тактика там, пацанов. Сколько должно зеленых остаться? Ноль? Поле лег, никто не найдет. Кто-то там сбоку подходит к ним. А там ну клир сейчас, он только рацию нашел нашу, ну нормально. Упал, точнее, отобрал. О, все. Да. А, флайера убил. Сори, флайер. Демьян. А, так это не мина была, а граната? Я тебе потом я это вырежу кусочек, это был эпик просто. Мне что-то минус один поставили.